Мотоцикл и квадроцикл срочно продаю? Квадрик не продается, ты что вздумал? Что теперь делать, ё-моё? Так, газон поливается, чем бы заняться? О, пойду-ка я на квадрике, с малыми покатаюсь. Пойду гляну, где они там стоят. Давайте, пацки, помогайте, а то меня душат, я сейчас умру. Я не понял, куда они всю технику дели? Неужели в стройку засунуть додумались, а? Точняк, сюда поставили, капец! Хватило же! Ё-моё! О! Ну так еще круче! Все сюда сгрузили, ё-моё! Ничего, пойду-ка я им предложу покататься на технике вместе. Только чтобы покататься, помыть ее придется. Пацаны, как насчет того, чтобы покататься всем вместе, а? Все, я умер. Что, пап? Блин. Чё, пап? Да, я не против. Да, пап, я не против. Что ты хотел? На моцике поедешь с нами? Вообще крутяк, давно не катались. Ну так чё, поехали? Ну, конечно, поехали. Только возьмите тряпки и ведра. Помоете их сначала. Чё, мыть? Не, я так не хочу. О, пап, я ж вспомнил. Мне домашки очень много задали. Я пошёл её делать. Ага, понятно. А ты что скажешь? Блин, мне же стих наизусть учить. Блин, пап, никак не смогу. Выучу её и, наверное, пойду. Ну, правда, через неделю, ну да ладно. Придумал мыть, ничего я не буду мыть. Ага, чтобы полчаса покататься, надо полчаса мыть моцик. Да не хочу я так кататься. Лучше поиграю. Ну ладно. Я и сам помою. С последствиями для вас. Ничего. Сейчас я подготовлю, помою перед продажей и объявку сразу дам. Так, еще вытащи тут сам эту всю их машинерию. Один затащил уже, заколебался, а тут еще... На стройку загнали, додумались. Так. Тут газон поливается. Ну что делать? Это важнее. Оп. Так. Наверное, сначала так обдадим. О! На солнышке просохнет. Капец, тут его запылили строители-то. Как так засрать можно было? Все в растворе в каком-то. Даже не отмывается. Чем там папа занят? Пойду-ка гляну. Технику нашу моет, отлично. Ну, мой, давай потом пойду и скажу, что я пойду кататься. Покатаемся. Ну, малые, ну, смотрите у меня. Не обижайтесь потом. Так, этот весь чистый. Этот тоже чистый. Подаю объявку на продажу.
И мне эта техника, раз им не нужна, подавно не нужна. Опа! Алло? Ничего не продаю, с чего ты решил? Какое объявление? Я ничего не подавал. Мотоцикл и квадроцикл срочно продаю. И папин номер. Ладно, пойду разберусь. Что за объявление? Не понял. Что поделать такого? Ас, тут такое случилось. Да видел, папа технику нашу мыл. Че, может пойдем покатаемся? Какое катаемся? Папа технику на продажу выставил. Как вызвал Саш? Быстрее побежали выяснять! Блин, Саш, побежали быстрее! Алло. Да, продаю. 19-го года. Да, и моцик, и квадрик. Ну, практически идеальное. Там чуть-чуть в одном месте ржавчина вылезла, а так. Приезжайте хоть сегодня, можете посмотреть. Забрать сразу думаете? Ну, приезжайте, конечно. Какой продается? Техника не продается! Папа, квадрик не продается, ты что вздумал? А нет, ничего, так, приезжайте. Папа, какой приезжайте, не продается! Папа, мостик тоже не продается ни по каким раскладам. Да, папа, понял нас? Чё? И что-то вы тут раскомандовались? Я их помыл? И все, сейчас продам. Она вам не нужна, эта техника. Все. Ну, пап, не надо. Что нам сделать, чтобы ты не продавал? Папе, все, что хочешь, могу сделать. Че, правда? Все, что хочешь, да? О! Придумал. Я вашу технику часа два мыл, да? Мне мама задание давала. Два крыльца помыть. Вот, вперед. Один одно крыльцо моет. Другой другое. Белые разводы и всю грязь убирает. Вот тогда проверю и подумаю, продавать или нет вашу технику. Все. Арш, пошли быстрее мыть. Фух. Давай ты это, я то пошел. Все, пошел за водой, буду мыть. Ух, тяжелющее ведро. Ну что, надо мыть. Сначала коврик тряхну. А теперь подметать и мыть. Блин, надо быстрее, потому что папа сказал, приезжайте. Ну все, домыл. Пойду папу звать. Надеюсь, он еще не продал. Пап! Ну-ка, глянем. Как ты помыл, Саша, я уже проверил. Отлично. У тебя неплохо. Шалак, пошли посмотрим. Слушай, у тебя неплохо. Только воды налил тут, как это. Ты что, со шланга мыл? Да. Ну, молодец. Все пятна поотмывал. А ты не успел продать? Вот лучше бы успел. Ладно, сейчас позвоню, скажу, что отменили. Что уже выкупили. В следующий раз... Не сможете выкупить. Будет вот в таком состоянии, как было, техника. Грязную продам. Приедут, сразу заберут. Скидку дам 20%. Понятно? Все, пап, технику каждую неделю буду мыть.